Всем привет! Это снова АВ. Записываю этот ролик весь на эмоциях. Только что закончился Big Race. Для тех, кто не знает, мы сейчас в Москве. Мы на гонке с препятствиями сегодня выступаем. Значит, сегодняшний день выдался прям очень насыщенным на эмоции. Такие нереальные зарубы продемонстрировали дети. Это просто космос вообще. Этот вид спорта подтверждает в очередной раз, что он самый зрелищный, самый непредсказуемый из всех вообще возможных, которых я видел. Трудно передать словами, когда на последнем препятствии комбо Маша Древс, которая бежала вторая, чуть-чуть замешкалась, ее догнала София Ерофеевская, там из команды наших друзей, высота Низино, Ленинградская область. И потом буквально вот они доли секунды попадают в колокольчик и вдвоем спрыгивают, и там все, вот финиш, и буквально нос в нос, там доли секунды все решили. Хотя, казалось бы, был разрыв. Давай, все, бери. Вот сейчас на комбо. Это последнее препятствие. Забываем шарик, берем только за шарик. Обязательно? Не обязательно, шарик даже не обязательно. Цепь можно... Поймай. Нет, надо шарик взять вот так. Все. Хорошо. Ножки. Пробуй, догоним. Давай. Рука, давай. Колокольчик. Все, побежала. Убегай. Через вверх. Верхом. Супер, да? Круто. Точно так же решалась судьба победы в этой категории. Это девочки 2010-2011. Кожикова Даниэла из Нижнего Новгорода обошла Марию на препятствии Тирольская переправа. Чуть-чуть она оказалась там быстрее. Да, совсем чуть. Пошла, как на тренировке. До меточки. Раз, два. Оп. Все, поехали. Дальше хватай. Дальше. Во, давай. Дальше. Дальше. Вперед раскачивайся. Дальше перехватывай. Давай. Еще. Хорошо, убегай. Догонять. Ты можешь. Через шаг. После этого препятствия она ушла в отрыв. Вот, и получается, Машка уже догнать не смогла. А всю дистанцию, чтобы просто было понятно, это порядка где-то около 2 километров, может чуть меньше, они боролись буквально на зубах друг с другом. Давай, подумай. Нет. Умничка. Повыше, зайка, повыше. Поднимайся, вы сюда, не касайся. Вяжись. Все, пошла. Катя, давай. Вяжись и тянись. Вместе с ней. Не отпускать. У нее выносливость слабая. Пользуйся этим. Ноги переставляй. Ручками встряхивай.
Да, молодец. Катя, достать надо! Давай, давай, теперь надо выгонять, тащить, надо тащить! Следующий! Следующий! Давай, давай, давай! Догоняй! Давай, с ней, вместе, не допускать! Давай, 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 давай! Шаг шире! Давай, давай, ты знаешь! Все как на тренировке! Умничка, набрала темп, пошла! Не уходи, не уходи. Давай, хорошо, давай, молодец, давай, еще. Давай. Еще, еще, шире шаг. Поработай. Потерпи, поработай. Она на препятствиях сильная. Аккуратненько старайся. Еще! 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 Побежала! Все, убегай! Все, пошла, ручки левать! Две, бери! Побежала, все! Мелкими шажочками! Бегай. Давай, 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 давай. Терпи, терпи. Догонять, Катя! Поработать! Давай, зайка, тут уже немного осталось, совсем чуть-чуть. Пошла, как на тренировке. Потом та, потом, а потом опять поменяются, еще раз поменяются. То есть борьба шла буквально на каждом метре дистанции. Значит. По младшим девочкам 2014-2015 год рождения тоже точно так же драматично завершилась эта гонка. Там победу одержала моя Любовь Дембовская, вырвала, буквально вырвала на зубах, она продемонстрировала характер. Она всю дистанцию бежала третья. Она боролась, пыталась достать вторую. То есть вот все эти 2 километра она не отпускала, она не отставала, она что есть силы держалась сзади, не хотела сдаваться. В итоге получилось так, что опять же на том же самом таком сложном, непростом препятствии комбо, которое вот прямо перед финишом, решилась судьба победы, потому что первых 2 девочки они не смогли пройти с первой попытки, там замешкались. Вот, одна первая, которая бежала, вообще упала, пошла на вторую попытку. Вот, а та, которая вторая, она очень долго не могла пройти один элемент. В итоге получилось так, что Люба вырвала, вот на этом комбо она вырвала победу и финишировала первой. Как мы умеем, котенок? На руки переходи, на рука! Нет, нельзя! Еще! Еще! Давай, еще, Люди! Давай, давай, давай!
О, давай, давай. Еще, давай, еще. Еще. Раскачайся, достань, попробуй. Еще. Все, давай, спокойно, спокойно. Достать надо, достать. Достать надо. Давай, зайка, достать, достать. Терпи, терпи, терпи. Достать колокольчик. Все, убегай. Все, это уже финиш. Давай, давай, давай. Первая, выиграла, выиграла. Верхом, через верх. Отлично! Финиш! Да, выиграла. На комбо вырвала. Молодец! Ай, ты моя умница! Можно, значит, не сдаваться до последнего. До последнего сантиметра. Не сдаваться. Я бежал всю трассу вместе со своими девчонками. Я нереально просто устал. Вот. Это самый невероятный вид спорта. Я всем рекомендую попробовать. Здесь непредсказуемый абсолютно исход. Это не легкая атлетика, даже не похоже абсолютно. Конечно, бег очень важен, это само собой. Вот. Но здесь очень много нюансов, которые решают. Решают. Много мелочей, которые решают. Здесь нужна силовая подготовка, здесь нужно развитое мышление, здесь, ну, просто... Поэтому я всем рекомендую пробовать себя в ОСР, это невероятно, это просто невероятно. Значит, хочу сказать огромное спасибо организаторам, это было круто. Да, отдельное внимание заслуживает эстафета, была эстафета в самом конце, это завершало программу соревнований, значит... 22 команды были представлены. Мои девчонки тоже бежали. У нас были команды сборные. У нас команды назывались «Дружба народов 1», «Дружба народов 2». Мы бежали с россиянами. То есть, как бы, был там один этап. Мальчики из России. Значит, два этапа бежали мои девчонки. И вторая команда. Там была одна девчонка с Беларуси, моя, значит, с Маргонь. Значит, и два человека были из России. Дружба народов. Вот. И тоже столько эмоций. Тут все родители бегут, все кричат, все поддерживают. Значит, такой накал страстей. Дети просто показывают космические скорости, космическое нереальное прохождение совершенно. Никто не хочет сдаваться, никто не хочет делать ни шагу назад, никто не хочет уступать ни миллиметра. Значит, драма разыгралась колоссально, потому что сегодня, хоть и передавали в Москве дожди целый день, но погода, небесная канцелярия сегодня над нами смиловалась. Вот, и когда были одиночные забеги по возрастным категориям, дождя фактически не было, там чуть накрапало, но не было, можно сказать. А вот на эстафетный бег как раз затянуло небо и линул сильнейший ливень. Просто вообще капец, ужасный ливень. Вот, никто не расходится, никто. Все собрались в финишном отрезке, там, где все то же самое, пресловутое комбо. Вот, все препятствия мокрые. Комбо стало еще тяжелее, чем было, потому что оно мокрое. Значит, ливень льет настолько, что заливает глаза, заливает фотоаппараты и камеры. Значит, дети борются до последнего, стоят организаторы без зонтов, без этих всяких, без дождевиков, все стоят, мокнут, все стоят, смотрят, никто не расходится, все болеют, все кричат, все просто не могут уйти. Я вымок до нитки, организаторы тоже вымокли до нитки, судьи и волонтеры тоже вымокли до нитки. Вот, потом в итоге все, когда уже проходит препятствие, последняя комбо, тот, кто бежал третий этап, у нас-то был парень из Ногинска, вот, все втроем встречаются, три этапа, кто бежал предыдущие, и вот они финишируют за руки втроем, получается. И опять же, все кричат, все поддерживают, все аплодисменты, овации, даже конфетти и фанфары, вообще, просто, ну, это невероятно. Значит,
Еще раз хочу сказать спасибо огромное организаторам. Вот, это было круто. Мы, наверное, не скоро забудем. Все то, что мы сегодня испытали, ощутили. Вообще, вообще такая атмосфера замечательная. Надо отдать должное Николаю Прокудину. Он большой молодец. То, что он делает для детей, вот такие мероприятия зрелищные, он именно для детей это делает. Он награждает не 3, а 4. Он награждает дополнительно представителей, те, которые младше в возрастной категории. Если, например, 14-й год, 15-й год, то две девочки лучшие 15-го года, которые самые младшие, они тоже получают какой-то утешительный приз. И вот это уже говорит о том, что человек просто фанат, просто нет слов. Я просто преклоняюсь перед ним, я снимаю шляпу, он большой молодец. Огромное ему спасибо за то, что нас пригласил. Мы будем сюда приезжать постоянно, каждый раз. Это будет главный, ну так уже для нас, главный выезд для нас. Очень много здесь друзей наших увидели. Вообще много с кем познакомились. У меня такое ощущение, что у нас теперь, наверное, в Москве больше знакомых и друзей. Нас тут теплее встречают, чем когда мы приезжаем в Минск на соревнования. Очень много просто там... 4 сентября будет еще раз Москва, Big Race. Значит, мы в любом случае, это первоочередная задача к нам сюда приехать. Вот. То я надеюсь, что мы выставим свою команду, уже Беларусь. Значит, и хочу еще отдельно заострить внимание на том, как приятно пообщаться с российскими вообще коллегами. Приятно с Вячеславом Ландышем из Зеленограда, это организатор гонки «Спецназ», тоже мы знакомы. Значит, очень приятно с ребятами из Санкт-Петербурга, наши хорошие друзья, мы, и они нас поздравляли, и мы их поздравляли. Очень-очень-очень приятные люди. Серега и Семен, прям респект, тоже мы обязательно приедем, если, конечно, нас пригласите. Хотя Серега уже говорил, 6 августа, вот, ну, будем держать этот выезд, в любом случае будем его организовывать. Поэтому еще раз завершу тем, что, уважаемые друзья, кто досмотрел до конца этот ролик на эмоциях, это просто на эмоциях, значит, кто досмотрит, пробуйте себя ОСР, это невероятно, это просто круто, это вообще, это даже не с чем сравнить. Тот, кто ОСР не бегал, тот, кто здесь не выступал, тот борьбы, драмы не видал, я так скажу. Мы наблюдаем за Любой на соревнованиях в Беларуси, и вот наконец-то она стала чемпионкой и в Москве. Любовь Дембовская, Smargon Kids. Молодец. Молодец! Мощная команда Smargon. Вот в этом году мы поменяли, как я уже писал в нашем чате в Телеграм, поменяли года рождения. Это действительно дает возможность увидеть новых звездочек в этом сезоне. Молодцы, девушки. Только вперед. Давайте вместе сфоткаемся, чтобы мы тоже в историю попали. Smargon, Беларусь. Да, там все девчонки, первая десятка, боролись на комбо до последнего. На третьем месте представительство высоты София Ерофеевская. Как бы тренер сказал, что часть... Заклятие высоты сегодня было закрыто. И второе место у нас сильно прогрессирующая спортсменка. На каждом старте просто очень мощные результаты. Мария Древс. Две сестры у нас на пьедестале. Smargon, Беларусь. И чемпионкой стала скалолазка из Нижнего Новгорода Даниэла Кожекова.
возьмем. Да-да-да, побольше. Всем до встречи, всем пока. Скоро мы уже будем уезжать. Сегодня мы еще будем в Москве. Завтра у нас тоже целый день в Москве. И вот завтра вечером мы уезжаем домой. Всем спасибо за внимание. До встречи.